Здравствуйте. Хочу немного рассказать о себе. Меня зовут Заур Байрамов. По профессии я юрист. В 2011 году я закончил юридический факультет Бакинского государственного университета, а в 2013 году получил степень магистра в МГЮА имени Кутафина. За плечами у меня свыше 6 лет опыта в юридической сфере. За этот период я проработал в нескольких консалтинговых компаниях города Баку и Москвы. Также в течение 3 лет я трудился в качестве начальника юридического отдела в одной из самых известных компаний в Азербайджане, которая функционирует в сфере ритейла. На этой позиции одним из моих самых главных достижений, на мой взгляд, является то, что я с нуля и в одиночку организовал юридическую поддержку компании, а также привел в порядок все юридические составляющие ее деятельности. Что касается знаний языков, то я в совершенстве владею азербайджанским и русским языками, а также английским на уровне Advanced, что подтверждается сертификатом IELTS. Почему вам следует принять на работу именно меня? Потому что, приняв данное решение, вы сможете сделать частью своего коллектива ответственного и добросовестно относящегося к своей работе профессионального юриста, обладающего опытом в сфере договорного, корпоративного, трудового, иммиграционного права, а также права интеллектуальной собственности. Более подробную информацию обо мне вы можете узнать из резюме, приложенного к данному письму. Благодарю вас за уделенное время.